настройки данного двигателя? Ну, раскрывал целый, вернул целый, состояние хорошее, поэтому разбирать дальше смысла нет. Поменяем вкладыш, гильзы, кольца, ремонт, головок. Все. А ты еще не делал головки? Еще нет. Прокладки, кольца, гильзы. Не знаешь, на сколько сейчас по факту вышла сумма запчастей? Ну вот это считали, предварительно, около 80. 80 тысяч, да? То есть это не считай головки. На головке там еще хорошее количество денег. На клапана, на направляющие. Ну еще примерно, наверное, такая же сумма. Откручивать можно пистолетом. Закручивать нельзя пистолетом. Только электрическим ключом. Сергей, ты что, ты уже 30 лет стажа, ты не помнишь по памяти 16-литровом моторе Скания моменты затяжек? Боковые не помню. Боковые не помнишь? Ставим меточки для доворота. Почему не берете угломер? Не берешь что? Лежит угломерка. Ну, чтобы не метить, типа, а индикаторная стрелка, которая угол замеряется, лежит у нас. Просто мы как-то ей вообще не хотим пользоваться. Времени много. Когда угол не 90 какой-нибудь другой, пользуемся. Верочка на вращение. Пройдет. О. При разборке мы показывали, здесь еще боковые болты идут на пугеля. И точно таким же образом динаметрическим ключом протягиваем и боковые болты. Не, я напоминаю, что у Сергея есть свой канал, да? Он там побольше видосов выпускает про двигатели, я-то не все успеваю, так, как повезет, зайду, Сергей что-то интересное намечается, я тогда что-нибудь подснимаю. Поршни также на моечке лежат. И проверим. У нас все подготовлено. Все подготовлено для установки гильз. Резинки пока что, которые в блок ставятся. Понятно, да. Одна в блок, одна на гильзу. На гильзу. Хорошо, хорошо. Я разговаривал по телефону, пропустил момент. Оп. Приступили к установке гильз. Мотор не перекинешь на ту сторону? Дальше как?
а тепловой. То есть при, если не будет зазора, когда кольцо нагреется, оно упрется друг в друга. То есть зазор специально тепловой. То есть при нагреве она уже будет у тебя почти минимальная. Подготавливается галоп. Да, будем направляйки менять и клапана. Направляющие, клапана. После зачистки перед установкой колец поршни также промывались, чистились эти вот канавки, да? Втулки были проверены, тут все хорошо с ними, поршни сами нормальные, маслосъемное кольцо. Ну, смотрим, соответственно, ток. Что делаем? Смотрим? Маркировку. Ну, маслосъемное кольцо, оно не принципиально, но все равно есть маркировка, мы делаем кверху. Вот здесь вот номер. Надписью ТОП кверху. Ну, вот эти, на второй ответе компрессионный, соответственно, смотрим, да. Вот, ТОП. ТОП. Ну, вот, проверяем, нигде ничего не залипает. Все хорошо встает, не болтается. На упаковках нарисовано, куда какое кольцо ставится. И все то же самое со следующими 7 поршнями. Останавливаться на каждом не будем. То есть бугеля только свои должны быть? А? Да. Бугеля соответственно, только... да, они делаются эти, то, что ты заметил, они именно ломаные бугеля. То есть раньше шли они плоские друг друга, это ломаные. То есть делается, плевается целиком, а потом ломается. Напилы делаются и ломаются, и, соответственно, каждый бугель должен... Четенько садиться на свое место. А то мало ли где не покажу на видео, что смазал, скажут, что на сухую все сделал, собрал. Да. Все ж тут неопытные, первый раз все делают. Оказывается, что, надо было смазывать, да? Да. Уже, блядь, более 1000 моторов уехали, блядь, а мы только узнали, что надо было смазывать. Вкладыши тоже смазываются на поршнях. Просто вот это вот вставлять, но это будет лишних 10 секунд. Первый у нас будет вот этот. V-образники, то есть рядники выставляются в нижней мертвой точке, устанавливается поршня, а V-образные, ну если, конечно, не откручивать пузырь, этот самый противовес. Если открутить противовес, и можно в любом, то есть в нижнем. Если не откручивать, то верхняя мертвая точка и загоняем туда поршня. Такое специальное приспособление для сжатия колец. Можно тоже приобрести в нашем магазине форсаж. Есть? Да. Ассистент. Иди смотри на. Оп, есть. Форсунки также были отмыты, продуты, чтобы там не было никаких инородных тел внутри. Вот эти форсуночки выходят в гильзу и под давлением подают масло. На поршень, на нижнюю часть. На нижнюю часть поршня? Охлаждает поршень. Масло другое, когда, то есть она более вязкость, она задерживается. А сейчас начали, то есть вот эти вот 5-30 более новые моторы, нахуй делают более жидкое масло. Соответственно, она не успевает при больших нагревах, когда поршень работает, его быстрая работа. А масло, то есть масляный пар, который здесь есть, с помощью, ну, в карте, то есть он есть, ну, как говорится, масляный пар. Так вот, туман масла. Который именно тоже накладывается на гильзу. То есть шатунами, блядь, вот этими разбрасывают масло, и там везде масло есть. При тщательно быстрой работе не успевает иногда, оно все кольцо это снимает, и новое не успевает накидывать. Эти сеточки сделали, чтобы именно в них все, то есть там, ну, капельки, то есть это маленькое-маленькое количество в этих сеточках остается. Это про ханинговку на гильзах Сергей рассказывал. Есть такие книжечки, которые, если кто-нибудь не знает,
Дыру берете и читаете. Нет, там, знаешь, может, люди иногда есть какие-то различия еще и с легковыми автомобилями. Да, некоторые, конечно, путают. Некоторые МАЗы, смотрят МАЗы, видео. КамАЗы, и... блядь, соответственно, и, блядь, какие-нибудь... По давлению масла тоже был вопрос с клиентом. То есть разговаривали, он мне тут... Я ему говорю, что, блядь, не факт, что мы поменяем насос, и у тебя появится давление масла. Он, нет, вот, смотри, я на YouTube начитался, блядь, присылает мне, типа, блядь, как на Жигули там поменяли, блядь, насос масляный, у него давление поднялось. Я говорю, вообще сравнение прям вот, ну прям вот. А говорю, то, что там, блядь, коренные вкладыши или там распредваренные втулки уже там может быть убиты насмертно. Смотрим сюда. Верхнюю точку. То есть мы закинули туда. Угу. Смотрим, то есть мы можем сейчас поставить это. Ну, не вращая там пока. Не вращая пока. Не вращая, постоянно не вращает, да. Туда-сюда. Блин, ладно, потом будем все затягивать, когда закинемся. Сначала просто накидываем, да, да, потом зажимаем тоже по мануалу. Так, этот нам нужно. Так, и приступили мы к затяжке шатунных болтов. Здесь также динаметрический ключ используется. Проворачиваем коленвал. Ближайшие верхние вот. Или есть какой-то порядок определенный? Нет, сейчас верхний. Устанавливаем маслоприемник. Сначала мы головку демонтируем, потом уже перед установкой головок будем это делать. А что ты хотел сейчас этот самый? Вентилятор на место поставить, ремни, ролики, весь перед собрать. А тебе неудобно так сверху или когда он перевернут? Ну, кому туда. Поставил, она стоит, его прикрутил и все. Ну, давай пока к головкам переместимся. Распаковываем клапана. А что, все новые решили клапана? Да. И впуск и выпуск? Да. Когда клапана установлены, новые. Их нужно притереть к сёдлам. Притирочная смазка? Mm-hmm. Да? Да. Ну, равномерная. Слышно, накладываем многовато. Притерли сколько у меня там? Минута? Полторы? Заняло. Вот. Видно равномерное по всей плоскости, то есть от начала. Ну, вот это довольно. Вот матовое, то что? Да, вот это матовое, это и есть вот притертый клапан. Угу. То есть этого вполне достаточно для хорошего прилегания. Также смотрим седло. Тоже матовое. Ну, вот так вот будет с каждым. Сколько это времени займет? 8 головок. Ну, видишь, на одну головку я потратил, то есть, ну, намазал, вытер. То есть, ну, 5-10 минут на одну головку. Ну, это если все хорошо. То есть новые клапана, хорошие седла, ну и новые направляющие у нас. Сегодня мы что? Приступили к сборке. Эти болты зажимаются как-то обычно, без... Нет, динамиком зажимаются. Сокращаем время, чуть-чуть их.
ими потом. Откручиваем, а далее работаем уже специальным инструментом. Вставляем теплообменник. А как он? Смотри, какой чистенький после мойки, да? Угу, вот можешь чуть-чуть испачкаться, да? Угу. Опа. Вот так вот. Там прокладка под ним? Угу. Без добавления герметика. И по стенкам раскидывает тяжелые примеси, так скажем, блядь, грязь, охуенно, а масло стекает по стеночке вниз, туда-назад. Ну, а потом уже через фильтр еще выводится. Приступили мы к сборке ГБЦ. Устанавливаем маслосъемные колпачки Эверинг. А здесь в комплекте нету, но лучше пользоваться вот такими вот колпачками. Для того, чтобы одевать эти маслосъемные колпачки. Так как, когда ведем здесь по насечкам по этим, нужно разорвать, то есть его вот эти вот резиночки. Поэтому лучше пользоваться презервативами. Здесь уже заменены направляющие. Клапана притерты, новые. Осталось подсобрать. Комплект прокладок. Эти направляйки стоят специальные, да? Головки у них тоже там есть отверстия под эти направляйки. Пока прикрутишь, они держались. Надо? Шляпу надо мазать и резьбу. Я думаю, таким 250 ты будешь долго прокручивать. Там нет 250 просто. Обязательно откручивать, скручивать назад.
Ну, то есть храниться он не должен. Установлен быстро. Его надо скрутить. И место положить. Черточки по стандартной схеме. Ну, на снято нормально, а вот на машине, конечно, придется попотеть. Ставливаем прокладочки все. Поплевную рампу и на выпускной коллектор. Вот эти вот это шпиальные, это ПДЕшные. Комплект универсальный. И туда, и туда. Под разные топливные. Видишь, это ВС-под 8. Угу. Эти как восьмерки, а эти три версии. Бегаю, хорошо, что есть стационарная камера. Ну это ее выпустим. Уже начал заставить. Так, установили. Пускные коллекторы. Пускные коллекторы. Сразу фильтр. Компрессор установлен. И приступаем к установке. Как ее назвать? Проставка перед крышкой. Можно так и обозвать. А пока покинем, даем так. Потом еще надо посмотреть. Так, здесь уже быстренько поставили проставки под коромысло, не затягивали, просто накинули. Поставим штанги, форсунки, коромысло. Сейчас проводку установим. А, нет, вот этот доставали, потому что заплетение было с этим. Ну, сейчас посмотрим. Не затягивай. Я прикину. Все еще. Привет. Я вовремя пришел. Да? Полюбопытствую. Такой сильник.
редкий. Так это на эвакуатор собираем, Вова. 16-литровый, я все поэтому, как надо. 510 лошадиных, 520. Я пришел проконтролить, посмотреть, как люди работают нормально. Проверь. Угу. Смотри. Он стоит на этом месте. Он обычно стоит на сепараторе, угу, длинный, а здесь стоит коротенький. Я никогда такого не видел, честно сказать. Все хорошо, я тебя понял, давай. Но сама ложится проводка на свои места, да? Она сама ложится, вся проводка на свои места, шланги. Только вкручивай. Ты правильно снял. Шла третья неделя. Так, вставляем штанги таким вот образом. Пошел. Среднюю форсуночную надо нажимать, чтобы щелчок. Защелкивается? Да. Объем. Подходим уже к завершению. Остается, да, у нас регулировка клапанов. Регулировка клапанов, то, что мы сейчас делаем, будет отдельным видео. Пропустил я сборку, установку навесного оборудования на данный двигатель. Немного не хватило времени мне. Сергей не мог ждать, поэтому я посмотрю, что он там наснимал, вставлю. Я там почистил, поменял герметик, убрал все вкладыши. Да? Да, я это все упустил. Значит, сейчас покажи, что там нет герметика. Оп. Помните, да, сколько здесь было красного герметика, как он и по системе уже охлаждение гулял. Вот сейчас все аккуратненько и чистенько, вот так и должно быть. Поэтому сборка у нас немного такая неполная получилась, и видео неполное, но в целом показали, что мы поменяли. Поэтому, в принципе, это все делается быстро. Осталось нам установить клапанные крышки, я как понимаю, да? Да, сейчас. И завести. Фрикционный.